Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по майнеру MLB. Это облачный майнинг, где можно майнить криптовалюту и также USD. Я записывала видео, у меня есть на канале, кто хочет посмотреть. В этом видео я проверила майнер этот на вывод. Все замечательно, платит. Нам дается скорость, бонус 100 ГХС мощности. И мы устанавливаем майнинг. Сюда кликаем. Устанавливаете ползунок. Вот у меня 100% USD у меня майнится. Также можно наращивать мощность на реинвестом. Кликать сюда и тем самым наращивать. Перейдем давайте к выводу. Вывод. Нет, не вывод. Друзья, история. Минимальный вывод отсюда 1 доллар. Вывод. Доллар 11 центов я заказывала. Комплект. Вывод производится в ручном режиме и приходит в районе, как у вопросах и ответах написано, 36 часов. До 36 часов. Так. Значит, я заказывала сегодня. Это у нас 6.08.20 год. Переходим на почту. Такое вот уведомление мне пришло о том, что вот я заказала вывод. Доллар 11 центов. И вывод успешно обработан. Идем в оповещение. Все замечательно, платят. С учетом комиссии. Payeer у нас берет комиссию. Они не берут майнер комиссию. Плюс доллар 0.4 USD 6.08.20 год. Так, перевод выполнен. Ну, Paycasa. Ну, все, вот, платят. Такой вот, как бы, комментарий. Кому интересно, присоединяемся. Абсолютно без вложений здесь. Ну, а вкладывать тоже по желанию. А, еще за каждого реферала дается также мощность. Как бы начисляется немножко. Ну и реинвест. Всем удачи, больших заработков. Спасибо за внимание. До новых встреч.